Это «Город Лайф», и мы продолжаем. Прямо сейчас рядом со мной находится Екатерина Перевертайло, директор ООО «Деловой мир». Здравствуйте. Добрый вечер. Давайте сразу перейдем к первому вопросу. Екатерина, скажите мне, пожалуйста, немного о своей компании, чем она вообще занимается и какие услуги вы предоставляете? Моя компания «Деловой мир», я являюсь основателем. Предоставляем мы бухгалтерское обслуживание малому и среднему бизнесу, также кадровое дело производства, открытие индивидуальных предпринимателей и ведение их. Угу. А может быть, есть еще какие-то услуги, которые вы предоставляете? Есть услуга такая, как антикризисный бухгалтер. Бывает, что бухгалтер заболел, либо отсутствует, либо не пришел. А в этот период начинается сдача отчетности. И были такие ситуации, что я выезжала как экстренная помощь и помогала сдавать отчетность. А чем сейчас вообще в этот сезон, период, кризис удивляет клиентов, покупателей? Удивления особого нету. Удивление, что наше государство все-таки помогает, субсидии кому-то отказывают, кому-то нет. Но я скажу, в принципе, что большинство компаний как работали, так в принципе и работают. Конечно, оборот упал у них немного, но они все-таки не теряют надежду. Кто-то даже регистрируется, приходит к нам, потому что мы открываем, в принципе, индивидуальных предпринимателей бесплатно регистрируем, так как помощь бизнесу малому, поэтому как бы все в процессе. А вот на вашем именно бизнесе как-то отразилась пандемия? Или вот действительно все компании, с которыми вы сотрудничаете, они работали? Даже, может быть, присоединился кто-то к вам дополнительно? Ко мне присоединились, потому что была такая ситуация, что не каждый смог себе позволить бухгалтера штатного, ну, иметь, потому что это зарплата плюс налоги. А в связи с такой ситуацией, ну, как бы, они как бы по договоренности, ну, раз, как бы, я не знаю, как у них там случилось. В общем, они пришли ко мне на обслуживание, потому что им оказалось это экономически более, ну, своеобразно выгодно. А вот что вообще популярно в этом сезоне среди вашей продукции у клиентов? Очень было популярно заявление на субсидии. Угу. На данный момент, как оптимизировать, кто платит, кто не платит, очень много вопросов, какие налоги, что наше государство дало, что приняло, потому что очень быстро происходят изменения в налоговом кодексе, кому-то даже отчисления заработной платы, налоги не оплачиваются. А вот консультирует ли у вас в вашей компании юрист, есть ли он вообще? Есть, обязательно есть юрист, он у нас и также открытием ООО занимается и ликвидацией. Угу. А обязательно про сезонные предложения. Может быть, у вас есть сезонные предложения сейчас какие-то? У нас есть, да, сезонные предложения практически постоянно, на постоянной основе. Это получается, что мы предлагаем бесплатные консультации, а также открытие ООО и ИП. Угу. Но ООО там госпошлина, а вот ИП мы открываем бесплатно. Приходим, консультируются и открываем. Хорошо, консультации и ИП. А вот если, допустим, у меня есть небольшая компания, я хочу к вам попасть. Вот как мне это сделать правильно? Вы приходите, я консультирую вас, это все на бесплатной основе, так как консультация, я рассказываю, что мне от вас нужно, какие дальнейшие наши с вами планы и действия для того, чтобы вы развивались и, как говорится, у вас голова не болела, сдан отчет или не сдан отчет. Сдаем мы все по ТКС. ТКС – это телекоммуникационные системы через интернет. Все мои клиенты в этот раз в пандемию как бы сдали все отчеты, были сданы вовремя. Мы не пользовались даже той отсрочкой, которая предоставляла налоговая инспекция. Но как вас найти вообще? Вот как вам прийти? По какому адресу? Может быть, вы есть в соцсетях? Инстаграм, контакт? Телефон. Все есть. Давайте. Есть и соцсети.
Это «Деловой мир 39» Инстаграм, «Деловой мир 39» ВКонтакте. Наш номер телефона 50-81-84. А также мы находимся, наш непосредственный офис, Геологическая 1, 406 офис. Спасибо огромное за интересную беседу. Напомню, что прямо сейчас у нас с нами в гостях была Екатерина Перевертайло, директор ООО «Деловой мир». Ну а прямо сейчас предлагаю посмотреть рубрику «Короткой строкой».